Добрый вечер. Осень на дворе, хризантемы цветут. А здесь случайно встретились три подружки школьные, три одноклассницы. Еще шторм. Да, Оксаночка и Фатимочка. И Гулечка. И Гулечка Анваровна, да? Так, мы очень обрадовались этой встрече. Давно не виделись, и вот сидим за пиалочкой чая и вспоминаем наши школьные годы. Это надо же, столько лет прошло, а помним все, как было вчера. Да. Всех одноклассниц. Всех вспоминаем. Да-да-да. Всем привет передаем. Все так, пораздирались. Многие одноклассники уехали. Из родного села, с родного селения. Кто в Европу, кто в Россию. А вот Фатимка и Оксанка, вам везет больше всех. Мы родину охраняем. Вы родину охраняете. Молодцы, цветете и пахнете. Вот. Да. Да, я вот на вас смотрю. Вот девочки скромные, не хотят показывать себя. Но выглядят очень эффектно, красиво. Достойно своим годам. Достойно своим годам. Девочки, мы вас всех помним. Таня, Галя. Кого еще? Таня Рыбалка, Терещенко, Вейдгала, Кривобокова. Говорите, я еще всех любим. Да. Девчонки, мы вас часто вспоминаем, как учились, а что делали. Здорово. А одноклассников, мальчиков помните? Здесь, кстати, это мы бэшники. Потом в старших классах мы как-то воссоединились, да, правда? Воссоединили В и Б класс. В и Б. Это самое уже. Зато Мамутова Ахмед убежал. Убежал, да? Да, предал нас, убежал. Это когда? В прошлом году? Или... Нет, когда воссоединили, они же убежали туда, по-моему, в класс. Нет, он же 9 классов закончил. До кого там? Они ушли в этот класс, в А класс. Половина же, Фать, перетащили в А-класс, половина... Ну, факт то, что он Б-класс бросил и ушел в А-класс. Они там все, да, объединились. Да, десятки. Тоже, помните, один раз мода пошла, все дипломаты купили. Дипломаты все и костюмы классические. Этот военный костюм тетя Надя мне тогда перешила. Ой, блин, а щербит, мороженое в парке по 7 копеек. А газвода, пчелы летают, газвода... 3 копейки. Сели мы в парке, идет курдянка. На, Фатимка, иди сюда. Деньги есть? Она говорит, есть. Ну, давай сюда. Я говорю, ты что делаешь? А ты что, ее не знаешь? Да у нее родители еще наворуют. Ничего. Фатимка хулиганка была. Кстати, я писала статью еще. Мы, сколько там бригада у нас была, мы все равно были такие неразбалованные девочки. Мы работали с стройбригадой. Мы потом поехали еще пионерами. Всю школу вожатыми, еще побелили, покрасили, деньги заработали. В школу мы сами оделись на свои деньги, помните, да? Вот, а что раньше одевали? Спортивный костюм купили, кеды, да и все, и шандец. А эта форма, у меня, помню, рукав уже вот такой был, вот так короткий. Вот это манжет отрезали и резинку вставили. А Полинка увидела, говорит, а зачем ты отрезала? Я говорю, так модно, не скажу, что у меня рукав, блин. Мне тут-то еще ничего, а рукав уже все. Ну, было здорово. Мне же это самое, юбки. Надо юбку на бедрах носить. Как здорово, что вообще встречаться с людьми, с которыми есть что вспомнить. Да. А нам есть что вспомнить. Да. И пионерский лагерь «Горные зори», и сельхозработу, да, и перемены, и уроки, и учителей. Девчонки, у Горшковой мы ели такие вкусные торты. Помните, покойница Горшковой мама такие торты делала вкусные, мы приходили. А у Терещенко Тани, короче, блины. Мне нравятся блины на сковородке. Она еще жарила и сметану макали, кушали. Это вы когда отдельно? С классом. Вот суета, беготня. Все, бегом, бегом. Спешим домой, спешим из дому. И жить не можем по-другому. Но все равно приятно, когда вот идешь по улице и видишь знакомое лицо. О, одноклассник или одноклассница. Это навсегда. Да, это уже приговор.